Привет! Сегодня мы открываем мастер-класс. Наборчик называется «Я делаю духи». Ну, или просто какие-то духи. Так, у нас какие-то баночки есть. Эфирное масло. Мяты. Ну, будет как-то. Вот этот наборчик. Значит, мы будем смешивать бергамот, мандарин, ну и воду. И полисорбат. Так, открываем. Так, значит, сначала бергамот. Значит, наливаю сюда пробирку. Так. Все. Дальше мандарин. Так, другую пробирку. Ой, да, пипетка. Ой, ёмочки. Всё. Ой. Вот так. Так, заливаем. Вот так. Так, дальше. Его надо 2 миллилитра. Так. Так. И надо тоже пробирку. Пробирка осталась. Так, теперь берем водичку, ну баночку на помещение. И надо 6. А, тут всего 3, значит, надо 2 раза по 3. Так.
еще чуть-чуть. Так. Ну, совсем чуть-чуть. А, где-то столько. Так. О, как она получилась. Такая она получилась. Сверху пенка, а снизу какой-то желтик. Зайдем. Так. Значит, у нас получилась такая водичка. Теперь надо затычку ставить. И сполтать. Так, в инструкции было написано, что теперь, что у нас получилась белая водичка, она должна отстояться. Ну, постоять. Пока. Так что надо ждать. Пока. У нас отстоялись духи. Вот, а осадок остался внизу, а вот это вот, духи наши наверху. Сейчас надо аккуратно открыть вот эту вот. Надо вот сейчас засосать эти, что у нас наверху духи. Так, раз, пальцем. Ой, сейчас. Вот, ой, сейчас. Надо открыть нашу баночку и туда. Раз. Два. Еще чуть-чуть. Еще осталось, надо аккуратно. Так. И еще и совсем чуть-чуть осталось. Ой. Ну все. Ну что ж, наши духи готовы. Сейчас испробуем. Сейчас попробуем. Оп. А, вкусно пахнет. Ну все, наши духи готовы. Подписывайся на канал. Всем пока.